Всем привет, друзья! С вами Малдер, и мы продолжим играть сейчас в Tomb Raider. А мы вроде бы... Погоди, мы же потолок-то пробили в прошлой серии, правильно? Правильно. Мы сейчас пройдем вот в ту вот будку. Блядь, как хочется вот мышь загандошить, как она надоела пищать уже. Твою ж мать. И попадем через потолок... Через потолок сюда. Там что-то у нас есть. Что это такое, вот интересно знать. Пистолеты, блядь. Ну, наконец-то. Ну, пиздец тебе, мышуля. Иди-ка сюда. Как нам только наверх залезть теперь? А вот. Мышуля. Чё? Сальтуху? Сальтуху крутит, блядь. Ларк-то. Ничего себе. А чё такое? Что за хуйня? Не понял. А, понял. Можно и так же пройти теперь. Пройти теперь. Значит, а мышь-то, блядь, почуяла неладное. Она съебалась куда-то и перестала пищать. Заметьте. Заметьте. Вон она, блядь. Все, сдохла наконец-то. А теперь нам надо как-то пробраться. Как-то пробраться вот за эти доски. Как-то их проломить. Ну, как это... Как это сделать, пока что-то непонятно. Может, просто вот так вот захерачить их? Нет? Не канает? Не канает. Тогда пойдемте к телеге. К вагонетке. Я думаю, там все сейчас решится. Тем более, у нас есть пульки. А как нам пройти? Знаете, куда? А мы сейчас уже, наверное, туда не попадем, да? Так как тут потолок уже есть. Хотя на столбы. На столбы я хочу запрыгнуть. Вот на эти два столбика. Может, получится? Ну-ка, си. Блять, получилось, ты смотри-ка. Не падай. Не падать. Я хочу там артефакт взять. Я понимаю, что он нахер не нужен. Не нужен. Во, смотри-ка, подобрали. Оп. Есть. Артефактик взяли. Ну, теперь можно идти к вагонетке. Там, может быть, выстрелить по ней надо. Может быть, что-то еще подвинуть как-то. Главное, сейчас мышь еще пизданем. Вот это будет круто. Контрольная точка. Я хоть теперь вижу, что тут делать. Может, это толкать надо. Да, толкнем. Нет. А здесь что такое у нас? Нажать что-то надо? И чего? По-моему, ничего не происходит. Это машина для рытья туннелей, блядь, как я понимаю. Ну это ладно, вагон-то как нам запустить? А вот вагон как запустить, я пока... Чито не знаю. Чито. А можно взять как-то, подвинуть, подожди. Это что? А, слушай, нам не вагон надо запустить-то, нам вот эту ебань надо запустить. Нам надо подвинуть вагон. Каким-то образом. Нет? Подвинуть вагон. Ха. Нам его надо передвинуть на место вот этой вот как раз телеги. А как это сделать? Вот это, блядь, что-то интересное уже. Ну-ка, подожди-ка. Люк есть. Хм. А как нам туда попасть? Ну все, а может быть стекла разбить? Может быть стекло разбить и это? И тогда мы сможем попасть сюда? Давай запрыгивай. Ну, Ларка. Ну, точно. Зачем нам люк? Здесь есть кнопочка.
Вот, который передвинет. Все правильно. И теперь, скорее всего, вот эта херня, которая роет тоннели, сможет завестись. Как эту елду-то, блядь, включить? Крутящуюся. Хотя нам только, ведь это самое, только пробить надо. Ой. Извини, крошка. Это конечная станция. Отдай его мне, Ларсон. Тебя это не касается. Хм. А почему это касается тебя? Наследие принадлежит Натли. Поверь, это вовсе не твое дело. У меня нет времени. Уйди с дороги или умрешь. Хм. Ты что, пристрелишь меня? Да брось, Лара. Я просто наемник. Теперь я вижу, как сильно он тебе нужен. Но не могу тебя пропустить. И мы оба знаем, что ты не убьешь меня за это. Потому что ты не такая. Ты не знаешь, какой я могу быть. Ларк сожалеет о том, что наделала. А мы сейчас дробовик зато возьмем. Вот, дробовичок есть. Ну, с другой стороны, правильно, я бы тоже так сделал, на самом деле. А че он тут приперся, блядь? Зачем? Мужик, зачем ты сюда пришел? Кто тебя сюда звал? Вообще. Но он знал, на что идет. Это риск. Давай-ка предохранителем сюда засунем. Соответственно, нажмем на кнопочку. Поднимем эту херню все и проедем на нашей, как это назвать, на нашем устройстве, на землекопалке или как земледробил, как вот это назвать штуку, землеройка, во, где она? Кстати, вон еще одна такая же стоит, похоже, только без вот этих вот ножей, как их назвать, ножей, рыхлителей, хуй знает. Ладно, все, едем. А я спрыгнуть могу, кстати. Но пока... Ну чего ты, блядь, тормозишь-то? Нам надо только сейчас, наверное, спрыгнуть будет с нее. Это будет правильно. Оба, пошло вращение. А может, и не надо? Нет, надо. Там рельсов нету. Контрольная точка. Ай-яй. Ай-яй, блядь. Так, сюда, наверное. Так. Столбец. Так. Прыгаем. Столбец. Не падать. Сюда. Блядь, а лава-то откуда здесь взялась? Да еще в таких количествах. Что такое? Ты зачем так сделала? Что-то надо подпрыгнуть? А-а-а. Господи, блядь. Нихера себе, зашевелилось тут все. Слушай, вот это, наверное, сейчас упадет. Или нет? Там что-то лежит. Там что там лежит? Патроны, что ли? Да нахуй они нужны. Мы всю игру с обычными пистолетами проходим.
Соответственно, здесь контрольная точка. Сюда, наверное, как-то. Ага. Все понятно, но здесь это было предсказуемо. Эх, бедняга Ларсон. Сейчас его доедают мышь, блядь, там что, кто такой? Эх, мужик, блядь, ты глянь. Доедают Ларсона уже. Я знал, что ты придешь. Ты у меня повизжишь. Если не хочешь составить компанию Ларсону, прочь с дороги. Было приятно, правда? Потом будет еще лучше. Это не объяснишь людям. Это надо почувствовать. Девочка! Да ты с ума сошла! Бляха-муха! Ты была хороша, но я уникален. Я не туда нажал, я хотел отбегать. Вот этого козлину надо с моими УЗИ взять, блядь. Точнее, грохнуть. Толстый все, толстый крякнул. Еще один остался. Ну и где твоя крутость? Ты, блядь, штаны-то подтяни, олень, блядь. Она моя. Ну нахуй. И не пришлось даже драться. Ну-ка, дай-ка сюда. А еще... Все? Здесь у нас что? Здесь какая-то хрень. Это что за капсула такая? Это часть чего-то? Часть какого-то монумента или что это? Коробка. Коробку, кстати, можно двигать. Коробка. Вот я так понимаю, это, наверное, двери, что ли, или чего? Что-то как-то их надо открыть. А, вон вижу, у нас уже там есть некий подъем. Надо коробку нам сдвинуть. Мы залезем? Да, залезем сюда. Залезем сюда, но никуда больше. А почему? А, нет, залезем. Погоди, как не залезем? Бля, чуть было не проем. Заметил в самый последний момент этот ухватик. Бля, ты что сделал-то? Куда? Стой. Куда нам надо идти-то? А. Может быть, вот так перепрыгнуть? Ага. Я, правда, не знаю, зачем мы лезем наверх. Для чего? А что это такое? Что это за шипы? Это во-первых. Во-вторых, как-то надо их, может быть, сбить? Да убери ты эту дуру-то. Нет. А, вон там есть какое-то что-то типа захода, что ли? Вон там что-то лежит. Но вот это похоже на аптечку. Там артефакт есть. А, стой, да нам нахуй это не надо. А куда тут дальше-то идти? Давайте повнимательнее, может быть, посмотрим. Сюда. Ёбаный рот. Не, ну ладно, хорошо, тогда давайте сходим туда, что ли.
Какой здоровый, блядь, контейнер. Ладно, сюда мы запрыгнули, так? Запрыгнули, сказал, да. Запрыгнули. Аптечка здоровая. Нет. А как нам залезть выше? Эй! Да хватит ты, что ты делаешь? А залезть выше я не знаю как. Но там есть артефакт. Давайте-ка повнимательнее мы посмотрим. Наверх по-любому как-то можно залезть. Как? Там есть выступ, на самом деле. Вроде как бы. Не, ну я до него не допрыгну. Это 100%. Я еще не понял, на самом деле, а что тут надо сделать-то, действительно. То есть у нас вот эта дверь, но она не открывается. Какие-то шипы. Вон-то... А, стой. Нет, не стой. Какие-то шипы. Оттуда мы пришли. Погоди, а может нам туда и надо? Слушай-ка, точно, нам сюда, наверное, и надо. Или нет? Так а нахера нам сюда надо? Мы оттуда только пришли. Кстати, вон там что-то лежит. Че это? Непонятно. Момент. Айн момент. Нет. Что-то там надо сделать. Мне пока не представляю чего. Но сейчас представлю. Сейчас представлю. Что там надо сделать? Надо подумать. Надо подумать. У нас две какие-то хуйни. Здоровые. Зачем? У нас есть какие-то шипы, опять же. Может быть, как-то по шипам по этим забраться можно. Но за них мы не можем цепляться. За них мы зацепиться не можем вообще никак, да? А погоди-ка, вот попа, там что-то он есть. Бляха, там аптечка здоровая. Да, Ларка, ну что ты делаешь? А может быть, подожди, стой, может быть нам вот сюда вот так вот прыгнуть? Хопа! И ничего не найти, да? Странно. Очень странно. Что это такое? Что, черт побери, ты такое? Стрелять я не могу у них. Зацепиться я не могу за них. Может, просто в дверь постучать? Что кто откроет, блядь, с другой стороны? Ебать тут. Рот. А наверх, погоди-ка, мы же здесь еще выше можем, не можем? Не.
Ты что ж ты будешь делать-то, твою же мать? Ёбаная простуда, блядь. Врагу не пожелаешь. Вроде температуры-то нет, а состояние... Ах, бляха. Сейчас. Ну все. Что дальше делаем? Не знаю. Не знаю, честно вам признаюсь. Ёпта, это ты по ним можешь ходить, что ли? Что ж ты раньше-то молчала? Не надо. Я на дурачка чисто прыгнул. Ёпперес, это ты глянь-ка. Стоп! Я понял. Надо, короче, понажимать нам... Тьфу, блядь. Нам надо нажать определенные символы. А какие? Где мне посмотреть? Или похеру какие? Момент. Вот, часть разгадки мы уже разгадали. Разгадали, точно вам говорю. Тут мы взяли уже аптечки-то, они там, как бы... Так, не падать. Блять, ничего мы там не взяли. Да. А патроны, наверное, нам пригодятся. Поэтому лучше бы их забрать. Да и аптечки, блядь, пригодятся. Все нам пригодится. Уж сюда-то мы залезем. Как бы. Да, вот так нихера себе. Они, кстати, я заметил, по-моему, разного цвета. То есть одни просто... Или мне приглючил еще? Возможно, кстати. Стой, стой. Одни, короче... Одни с иероглифами, другие нет. И как-то надо в определенном порядке... их нажать. Тьфу, блядь. Все нахуй. Да, то есть, а как мне теперь-то их нажимать? Непонятно. И с другой стороны, наверняка то же самое надо сделать. Ну-ка, давай, прыгай сюда. Так, да не падай, Ларк. Не играй на публику. Так. Куда ты, блядь? Куда ты, Ларчонок? Зачем ты упала, скажи мне, пожалуйста. Блять, тихо. У нас, значит, три нажатые, да? Да, три нажатые. Куда нам надо идти сейчас будет? Не падать. Надо вот очень... Вон, еще у нас две, я вижу. Но это можно было сделать, кстати, с другой стороны. А сколько их всего? Опа, блядь. Но мне все равно надо падать вниз. Я отсюда уже никуда не прыгну. У нас останется, по-моему, две, если не ошибаюсь. А я никогда не ошибаюсь. Или одна, или даже. Не, наверное, все-таки две. Может, одна. Но сейчас мы ее нажмем обязательно. И у нас, соответственно, откроются ворота. А ворота куда вот они откроются? Вот это интересно. Это очень интересно. Любопытно даже, я бы сказал.
Главное сейчас вот не затупить нигде, блядь. И не ёбнуться с этих вот штырей грёбаных. Да не падай. Да ну что ты, ларчонок. Так, сколько надо писать? Ну одну вот я вижу точно. Вот это вот. А где-то еще одна есть. О, рычаг какой-то. Ну-ка нажимай. Ядрить твою налево. Затерянный остров раскопки Натлы. Ну, давай продолжим. Продолжим. Сохранить игру это обязательно. Хорошо. Сохранили. Ну, здесь, наверное, просто сейчас спустимся и все. Куда ты, дура, блядь? А, нет, нормально все. Все нормально. Раскопки-то Натлы. Здесь, наверное, какая-нибудь супер богиня какая-нибудь будет в качестве босса. Если тут вообще будет босс. Великая пирамида. Патрошки собрали. У нас нету мощных пистолетов, по-моему, кстати, еще. Этих дезерт-иглов. У нас только обычные. Ну и хуй с ним. Обычные тоже хорошие. Мы всю игру с обычными пистолетами прошли. О. Ничего ж себе. Раз дверь. Раз дверь. Что, здесь ходить можно? Можно. Наверняка. Знаки. Над дверьми, над проходом есть какие-то знаки, я вот сейчас заметил. Ладно, тут какой-то трезубец, вилка. Это не очень хорошо, но не смертельно. Сейчас мы ее заебаем. И мы ее заебаем. О, еще одна. Это что за хуйня? А, это такую-то мы видели. Ну и птицу мы видели. Чего же говорить. Ай-яй-яй-яй-яй. Охуеть, не встать. Пизданули немножко. Так-т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 ак. Ну всю обойму я втащил. Отлично. Что за музыка? Почему она не прекращается? Может быть, подлечиться стоит? А может и не стоит. У нас 17 больших, 30 маленьких. А и что тут делать надо? Погоди-ка. Сейчас мы выясним. Что-то должно открыться по-любому. Здесь чего такое? Стрелять будем по этой хуйне, нет? Нет. Кинем просто... Тоже нет. Может быть, тогда есть смысл вернуться, потому что Ларка же как бы захотела и вернуться. Опа-на. Тут что такое? Пульки. Еще пульки. Ну, здесь сейчас еще кто-нибудь вылезет. Это по-любому. Вон тут еще кокон как бы не раскрытый, да?
Или нет? Дверь закрылась, кстати. А вот это открылась, ты смотри-ка. То есть одна закрылась, другая открылась. Залезай. Итак. Что нас тут ждет? Кто такой? Где? Птицы! Птицы, счастье завтрашнего дня. Нихуя себе, вот это, блядь, счастье. Воу! Птицы, блядь, ебут нахуй, почем зря. Тихо, да как, нахуй ты, блядь, эту хуйню... Куда ты, дура, блядь? Охуеть, птицы столкнули. Это все птицы виноваты, суки. Кар-кар, блядь. А, эти штуры огнем ебошут, ничего себе. О-о-о-о. Дайте хоть подняться, сволочи. Один есть. Второй. Да что ты, как ты, блядь, задел-то, мразь? Сдох? Не сдох. А вот сейчас сдох. Сейчас пулик возьмем и пойдем. Дробовик вот здесь, если брать, он бесполезный, на самом деле. Он очень-очень долго перезаряжается. Пистолеты помощнее, ну хуй, к ним патроны надо искать. А у нас есть обычные пистолеты. И мне они, по крайней мере, нравятся больше всего. Я даже аптечку возьму маленькую. Ну и где вы тут, суки? Надо перезарядиться, наверное. Все, чтобы две полные обоймы были у нас. Блять, только не падай! Только не падай, Ларка, прошу тебя! Сдохла, что ли? А то нахуй! Где еще одна? Что-то лежала, кстати, лежала, блядь. Что это такое? Аптека большая, что ли, была? Даже не успел рассмотреть, если честно. Но это мы на втором этаже, да? А зачем? Тут что-то есть. Еще одна аптека. Еще. А все, патроны нам не нужны больше. А сколько пулек-то вмещает? 250 к автоматам, да? Здесь проходик есть. Больше ничего у нас тут нет такого пользительного-то. Вроде нету. Вроде бы нету. Сейчас главное, какой-нибудь шар бы сзади еще не начал катиться. А то это как-то, блядь, будет напряжно. Вот. Мы добрались до второго этажа. Вижу сразу сюда. А дальше? А дальше сюда. Нет, не сюда. Нет, не сюда. А куда? Я проебал опять же. Патроны не нужны, аптечку возьму. Патроны не надо. Так стой, а почему? Не пойму. Вот. А почему снизу-то этого нельзя было сделать? Непонятно. Сука, так она еще и на время работает, что ли? Да ладно, хорош, ты че, блядь? Эх ты, птица гребаная. Да ты заебла, блядь. Ларка, блядь, не стой на ногах, ровно, блядь. А ты кого-то бухала, блядь, неделю. Там что они? Они исчезают, это, ёбанты, ты глянь-ка. Ну-ка, нахуй. Так, высунулась эта штука. Высунулась, блядь. Опа, отлично. И она убралась. Восвояси. Птицы будут? Ебсти мозг. Ну, наверняка будут. Так, птица. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Смотри, бляха-муха. Не падай, блядь, пожалуйста, я тебя прошу. Все, двинула кони тоже. И сейчас мы по той же схеме действуем. Сейчас мы целимся. Что за хуйня?
Эй. А у меня почему-то вот эта штука, блядь, сдвинула. Она двигается, что ли? Да хорош ты, чё? Эта хуйня еще и двигается. А как мне сделать так-то? Ага, тут сдвинулось. Вот, крючок. Крючок сейчас высунется. Все, это почему так хреново высовывается? Давай, 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 Ларка. Нам чуть-чуть осталось по времени. Ох, ты допрыгнула, молодец ты. Ты просто чудо. А вот это вот что-то уже непонятно. А, понял. Так. Так, да? И хули? Так, спокуха. Так, птицы, блять, да ладно, ты чё нахуй? Сука, ёбаные гульки нахуй. Ну, сдохни. Так, все, сдохло. Отлично. Спокуха. Эх, нихера себе, блять, а вот эту штуку надо. По этой хреноте теперь надо прыгать-то. Ну, надеюсь, только не с самого низа, блять. Нет. Не с самого низа, но птиц придется забить. Да и хуй с ними, с птицами. Уж с птицами-то мы как-нибудь. Как-нибудь, вон с одной уже разобрались. Ах, птицка. Птицка, блядь. Птица довыебывалась. Хорошо. Так, у нас тут чего получается? У нас получается... Так, выдвинулась. Надо назад отпрыгивать. Что ты, блядь, делаешь? Ларка, блядь, давай раскачивайся, ты что? Шутишь, что ли, блядь? Повернись! Господи, блядь, как это работает? А я могу? Не могу. Я стрелять-то не могу отсюда. Сука. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У меня сейчас пол-то уйдет, блядь, из-под ног. Так, все, пол есть. Вот, сука, еще выебываться начало. Так, все, и бежим, 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 бежим. Так. А ты можешь перевернуться? Вот скажи мне, пожалуйста, как вот это сделать? Ну, я опять не успеваю. Конечно же нет. Это будет очень сложно. Это будет очень сложно. Это я вам 100% говорю. Да, блядь, ну спрыгни ты с этой говенной ты хуйрги. Ну, ебаный ты рот, нахуй. Ну почему? А, сука, еще и птиц сейчас опять надо ебсти будет. Это вот действительно сложно, блин. Тут, ну, не то, что сложно. Это легко, на самом деле, сделать. Было бы. Будь тут нормальное управление какое-нибудь, более-менее адекватное. Но это же Ларка, блядь. Тут не может быть адекватного управления нормального. Причем старая Ларка, блядь. Вы еще не играли, блядь, в первой части. Вы охуели просто. Давай, 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 Ларка, блядь, двигай жопой-то быстрее. Ну, пожалуйста, я тебя прошу. Давай, вот, 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 вот так. Блядь. О, да ладно, на крючок я. Ты, сука, а куда мне надо было там прыгать-то? Эй, так нечестно, между прочим. Сейчас, пока птиц не заебаю, блядь, серию не закончу. Так и знаете. Ой, птица, пока туда не заберусь, наверное. Ну ладно, ладно, ладно. Ну начали уже, блядь, пиздить, а. Давай, давай, давай. Да что ж ты будешь делать-то, а? Ты посмотри, какая скотина. Все, сдохла. Сюда, ебоша. Отлично. Раз, два, три.
3. Повернись, пожалуйста. Давай расскажем. Она, интересно, зацепится вот так вот. Опа! Зацепилась. Молодец. Ох, нихуя себе. Я вижу, куда-то надо цепляться. Между... Да сука! Да ладно нам! Я, между прочим, увидел, что там есть еще один крючок. Это пиздец. Это просто охуеть. Ой-ой-ой-ой. Пошла вон отсюда. Охренеть, блядь, просто. Так, все, есть. Действуем очень-очень быстро. Все, есть. Переворачивайся. Давай, ларчонок, блядь, что ты тормозишь-то? Пожалуйста, я тебя прошу. Не тормози. Ебать, колотить нахуй, прикиньте. Я смог. Контрольная точка. Обалдеть, и пол не шевелится. Тогда на сегодня закончим. С вами был Малдер, всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.